Продолжаем наше выживание. Если честно, в прошлой серии потерял собаку и так ее не нашел. Я не знаю, где она находится. Ну и, как говорится, и не важно. Так, давайте посмотрим, что у нас тут новенького добавилось. В принципе, все то же самое. У меня здесь энергия добывается. Давайте сейчас ее пополним деревом. Или у нас дерево закончилось? Не, вроде есть. Все. У меня здесь куры. Козы наши, которые я продаю, плюс еще аквариум, вот и все, еще я добавился. У нас здесь рыбка плавает, она, по-моему, размножается, мы сможем ее потом продавать. Так что, в принципе, пока мне все, без записи я ничего не строю. Ну, в основном я просто фармлю, так что... Давайте вот польем сейчас апельсиновое дерево. Сложим сейчас все сюда, все лишнее. Сбегаем, отдадим сейчас грибочки, получается, нашей, это как его, бабусе. А потом сбегаем на шахту к одному человеку, у которого будет, это его книжка, во-первых, находиться, которую там нужно будет передать по заданию. А во-вторых, у него будет топор, мне нужен будет топор. Потому что я здесь в лесу, я не смогу пройти некоторые... Так, куда я тут? Некоторые тропинки не смогу пройти без топора. Так, идемте к бабусе. Где-то она должна быть здесь. Так, давай дерево тоже возьмем. А, это все? Дальше мы не пройдем. Погоди, где же бабуся? Ага, вот бабуся. Так, взять, хорошо, побежали. Сейчас отдадим грибы, не знаю, портятся они, не портятся, но на всякий пожарный лучше ей отдать. Давай, 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 давай. Ага, вот иди. Так, привет, лютик мой, как ты быстро вернулся, тебе понравилось? Понравилась шахта, грибочки при тебе? Да, грибочки при мне, отдать. Где грибочки? Вон грибочки. Отдать, все отлично. Не сказал бы, чтобы было просто, но я справился. Вот грибы. Так, прекрасно. Рецепт нового чая будет готов. К слову, мне все больше жалуются на проблемы со сном. И странные головные боли. Кто-то просто не может сосредоточиться. Тебя тоже беспокоит? Такие недуги, мой милый. Ну, раз мы уже об этом заговорили, да, случается. Вот видишь, уж поверь старушке, тут что-то нечистое. И мои... травное снадобье тебе помогут, да, я так понимаю. Так, глубже в лесу можно найти гора, но эти растения можно узнать по красным плодам, их тяжело чем-нибудь спутать. Гарана, она у нас разве растет? Кто бы мог подумать, правда? Так, ну ладно, принеси мне ее плоды, посмотрим, что можно приготовить. Хорошо. Так, гуарана я-то знаю, где находится. Побежали сразу к ней. Сейчас заберем. Пока здесь у нас с вами есть этот, как его, силы бегать. Соберем гуарану. Она, по-моему, на третьем или на каком уровне. Так, давай. Так будет быстрее. Давай дом. Давай лес. По-моему, на третий уровень, да, шли. И вот тут на третьем уровне, да, вот оно. Пока я не помню. Сейчас мы задание откроем. Горана, горана. 8 плодов, хорошо. 8 так 8. Знаю же, опять вы ничего не видите, но... Я тут с этим ничего не поделаю. Отлично. Сколько? 3. Надеюсь, нам на 8 штучек хватит здесь. Ну, чтобы мы не бежали домой, не ложились басечки, а сразу все собрали. И перенесли бабусе. Так, 6. Хорошо, взять 7.
И 8, отлично. Так, взять. Дерево нам пригодится. Побежали. Побежали обратно к бабусе. Так, где ты, давай взять. Как бы побыстрее тебя. О, давай так же самое сейчас домой. Потом в лес. Но придется это делать все с утра. Нужно ложиться в баньки. К сожалению, надо ложиться басечки. Энергия заканчивается у нас. Так, у нас, по-моему, сегодня воды не будет. Но, в принципе, она и не нужна, по большому-то счету. У меня чисто апельсиновое дерево растет. По-моему, с едой у меня... В моем зоопарке все хорошо. Ну, вроде бы все хорошо у меня в зоопарке с едой. Так, давай понямаем. Есть, есть. Это потом мы выкинем. Съесть все. Хорошо. Хорошо. Давай тогда быстро приготовим себе. Так, взять воды, взять яичницу. 20 штучек. Сейчас как раз сделаем яичницу. И посмотрим у курей. Вроде должно быть все нам нужно. Так, по поводу этих грибов, я не знаю, куда их мне их девать. Наверное, в холодильник положим. Мясо тоже, хотя оно пропадает, и яичница тоже. Так, есть, все, хорошо, побежали вниз. Сейчас давай польем. Отлично. Сложить, посмотреть. Да, 13 есть. Тут тоже есть, хорошо, давай доить. Доить. Сейчас немножечко вздремнем и пойдем отнесем варану. А потом сходим, получается, с вами в этот, в лес. Так, все, накрыть. В этот, в лес сходим. Сходим, шахты покопаем и как раз найдем одного человека, который нам нужен будет. Нужно будет ему тоже повыполнять некоторые задания. Тогда он даст нам топор и вроде книгу. Так, бабуся, бабуся, ты где, в какой стороне? Кто помнит? Ага, по-моему, справа, да? О, хорошо. Ну да, скоро молящая зима будет, нужно будет готовиться. Не забывай, что нам нужно будет зимнюю одежду потом сделать. Так, где-то тропинка. Вот и тропинка. Так, не знаю, выполним сейчас одно задание, но с этой загуараной, и все, и бабульсе больше пока мне помогать не будем. Так, здорово. Да, принес, вот, держи. Держим. Так, здравствуй, Дженни, думаю, я нашел поты, которые тебе поискали. Правильно думаешь, видишь? Боб, такие красивые, такие спелые, огромное тебе спасибо. Насчет грибов, которые ты принес в США, ты получилось соличай. И да, и нет. Они правда помогают моим друзьям сохранять бодрость, но еще он делает их немножко рассеянными. Кто бы мог подумать. Так что пока я предпочла использовать более надежные средства. Мне нужно больше плодового рана, я бы вырастила их сама. Только у меня маловато места. Ты не отказал бы взять немного семян? Также начать их выращивать. Что ж, видимо, мою плантацию ждет пополнение. Отлично. Угу, урожай, хорошо. Так, урожай, это, конечно, всегда хорошо. Мы это с вами вырастим. Давай тут закроем. Кстати, кто сейчас смотрит? Вот это вот не напрягает, вот я вот надписи. Потому что на прошлых видео я забывал их выключить. Как вам? Не мешает смотреть? Потому что мне проще так ориентироваться, я понимаю, что и куда нам надо. Так, давайте на первый уровень. Вроде на первый, либо на второй, не помню. По-моему, на первый, если я не ошибаюсь, да? Да. Давай посмотрим, что ты накопал здесь.
Ага, взять все. Все, у меня больше нету этих, как его, топлива. Пусть дальше копает, а вот и наш парниша. Вот видите, вот эта вот книга, которую мы должны будем отдать. Так, бонжур. О, выживальщик, здравствуй. Прости, что я туда так рано ушел. Мне нужно было кое-что проверить. Большое спасибо за починку лифта. Это многое упростило. Нынче вся техника быстро ломается. Вот, например, это радио. Оно даже не включается. Хочешь забрать его? Мне все равно не нужно. Ага, теперь у нас будет радио. Еще на стене висит телефон. Он тоже сломанный. Можешь его забрать, если хочешь. Итак, что тебя сюда привело? Скажем так, я пришел полюбопытствоваться достопримечательностями. Ладно, раз уже ты здесь, не мог бы ты мне поискать мою куртку? Я потерял ее где-то в шахте. Она красно-белая, немного грязная, но я к ней сильно привязана. Еще она теплая, здесь очень влажная. Ясно, без проблем, поищу куртку. Ты, главное, помню, что снизу нужно сохранять бдительность. В шахтах бродят кое-какие организмы. Так, они кусаются, царапаются. Хорошо, я буду осторожен. Так, так, так. А можно мне осмотреть? Угу, спросить. Привет, Боб, я тут книгу, тематику, может, тебе есть такая в библиотеке? Угу, давненько никто не помогал, ты читать не такие просьбы. Хорошо, я ищу книгу, информация о Северной войне и ее последствиях. Не роман какой-нибудь ночь поп. Мне для друга. Так, ага, ну ладно, думаю, у меня для тебя кое-что найдется. Защита осадков, бла-бла-бла. Угу, спасибо, во, книжку есть, взяли. А где ты телефон, говоришь, у тебя здесь висел на стене? Где у тебя твой телефон? Помните, я говорил, если надо, забирай телефон, он тоже не работает. Так, взять. Смотреть, осмотреть. Так, торговать. Что у тебя есть? Угу. Не даже могу тебе продать, да, это вот все. Не знаю, просто вот эти кристаллы нужны ли мне. И стоит ли их продавать, либо не стоит. Так, а вы телефон не видите? Ладно, наверное, не видим, да? Так, давай спустимся вниз. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. Что у нас здесь накопало, либо что у нас здесь не накопало. Угу, ничего не накопало, хорошо. Так, грибы нам вроде больше не нужны, если я не ошибаюсь. Так, куртка, куртка, куртка. Нужно сейчас куртку будет поискать. Угу, тут ее нету. Ладно. Давай не сюда. Вниз. Может, тут сундучки что-то. Не, вниз, 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 куда-то. Может, это в сундуке будет интересное. Мы сейчас с вами проверим. Давай еще ниже. Так, побежал, побежал, побежал. Отлично, взять все. Ага, у меня не помещается, да, все? Окей, давай обратно. Ага, она мышь какую сделала. Ничего, бывает. Так, хранилище. Давайте сложим все хранилище. Из того, что у нас есть. Ага, вот дерево. Она будет потом прийти домой и поплавить. И потом узнать вот это... Ага, можно просто продать, да? Хорошая цена. Ладно, потом их просто продадим, значит. И не будем с вами париться. Так. Давай еще раз. Так, взять все. Шикарно. Давай в лифт. И поехали, наверное, на этаж... Че-то на ниже, да? На уровень 2. Все, на нижний уровень отправляемся. Сейчас, если найдем этот, как и куртку, будет прикольно.
нам взять все. Хорошо. Так, большой камень. Мне нужно будет желтую карточку с вами забрать. Здесь у нас вроде больше ничего нету, да? А как мне туда прийти к тебе? А ну, давай вниз. Так, вниз. В руки нужно взять вот эту вот штуку. И копать. Главное, что мы сейчас тут сознание с вами не потеряли. Копать. Хорошо. Так, бумс. Мы же правильно идем, я надеюсь. Потому что я ничего не вижу. Вроде бы правильно. Так, а как мне сюда вниз спуститься? Угу. Так, давай вниз. Сори, ребят, что молчу, я просто смотрю, как оно все происходит. Так, взять. Ага, что-то мешает, а что мешает? Так, вниз. Блин, я, наверное, сейчас сознание, да, тут потеряю. Наверное, ничего не получится. Или получится? Во, сейчас возьмем оранжевую карточку. Так, ты кто? Ага. Мистер Сплинтер. Еще Сплинтер. Еще Сплинтер. Взять. Быстрее, быстрее, быстрее. Отлично. Вверх. Да, наверное, мы сейчас с вами потеряем сознание, ребятки. Но курточку мы так и не нашли. Так, низкий уровень живучести. Ну, вроде бы должны успеть. Сейчас мы тогда попробуем быстро добежать домой. Лечь басечки. А потом вернуться сюда обратно. Так, спать. Успели? Да, успели. Хорошо. Так, это отлично, отлично, отлично. Мы с вами успели это все сделать. Сейчас понямаем. Давай быстрее немножечко. Сейчас быстро понямаем и отправимся обратно. Только выложим все лишнее с вами. Так, снять. Иди сюда. Что у нас тут лишнее есть, что мы выложить можем? Возьму это, я потом это все поубираю, это я все сделаю. Так, радио, давай радио сюда. Все, ага, книжка, книжка. Прикольно. Так, давай мы книгу этому продадим, да? Торговать. Продано, отлично. Что мне нужно? Счетчик Егера. Понял, до счетчика Егера нам еще далековастенько. Побежали обратно. Я жиру, я больше, конечно, записывал бы серии, наверное. Но, кажется, увы и ах. Так. Третий уровень. Ну да, я тут без этого... Без шапки с фонариком вообще ничего не могу делать, да? Ну да, она, по-моему, у нас... Дай посмотрю, есть же шапка с фонариком? Вот, шахтерская шапка, что-то, электроника, стекло, металл...
Металл, хорошо. Давай наверх. Заберем сейчас как раз хранилище. И сделаем себе шапку. Дома. Электроника, стекло, металл. Это вроде у нас с вами пока не все есть. Стой. Не то. Хранилище. Взять все. Отлично. Пошли домой. Блин, надо будет сейчас полить апельсиновое дерево. Отлично, письмо. Угу, что ты тут? Ты меня засыхаешь, да? Так, полить, полить, полить. Давайте посадим гуарану. Бля, как оно? Да, семена гуараны посадить. Надо будет и плоды потом отнести нашей бабусе. Так, и еще один. Все отлично, поливаем, поливаем. Ага, не мочим полить, да? Сильно тяжелый вес, хорошо. Сейчас мы тебя полим, только не за... Ай, ага. Че, и свет пропал. Так, давай дерево выложим. Так, тебя тоже сюда выложим, но ты нам пока здесь не нужен. Так, давай. Раз, два, три. Хорошо. Взять. Полить. Я ж полил. Да, полил. Все, отлично. Побежали обратно. Не, сейчас поспим. Сделаем шапку. Невидимку. И отправимся в шахту. Там же реально без света, там в принципе нету что делать. Так, что у нас на верстаке? Шапка, металл, стекло, компоненты. Хорошо, иди сюда. Металл, 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 стекло. Шахтерская шапка, создать. Все, шикарно. Относим назад. Это мы одели, да, или нет? Все, шикарно. Только не знаю, как ее включить. Ну ладно. С этим мы на месте разберемся. Так, что у нас лишнее? Давай смотреть. У нас лишнее. Вот это вот. Единственная проблемка у меня здесь всегда была с электронными компонентами. Я реально не знаю, где их находить. Есть все. Все, давай прочитаем письмо. Так, большое спасибо за ценное чтиво. Весьма познавательно. У меня есть еще просьба. Не могли бы вы найти щечки Ергана? Не то, чтобы он нужен мне прямо сейчас, но все же мне бы хотелось начать использовать. А, научиться им пользоваться. И чем раньше, тем лучше. Щечки Ергана считается устаревшей технологией. Возможно, вы найдете его среди старья. Буду весьма признателен. Хорошо. Надеюсь, это не надо нам будет покупать. Так, давай вздремнем. Все, побежали в шахты. Только как шапку включить? Вот это вот было бы интересно. Узнать бы. Так, что у нас в хранилище? Взять все. Зайти. Минус третий. Так. А, ты автоматически, да, светишься у нас? Хорошо. Так, давай проверим, есть ли здесь у нас хоть что-то. Не, вроде ничего нету. Давай вниз.
Камень. Отлично. Честно, ничего не вижу. Ай. Кусь сделала. Все, я не могу туда пробраться. Хорошо. Тогда давай назад. Давай вниз. Ну, по идее, куртка должна быть где-то здесь, вроде бы. Честно, без понятия. Сейчас, если найдем, будет хорошо. Если нет, то ну что поделать. Так, я не могу туда попасть. А в чем проблема? В чем проблема? Так, ага, мистер Сплинтер. А вон, по-моему, курточка лежит, да? Наша или нет? Блин, был бы пёсель, он бы, конечно, сейчас бы обрадовался крысиному мясу. Но, увы, пёсель у нас убежал. Во, курточка Боба, отлично. Так, шикарно. По-моему, на втором, не, на первом, да, уровне, по-моему, он был. Сейчас посмотрим. Тут-то я не помню. Так, у нас топлива нет вроде. Так, взять все. Заправить я тебя не могу, да? Да, у меня нету чем тебя заправить. Ну и ладушки. Так. Боб. Надеюсь, ты мне дашь что-нибудь прикольное. Здорово. О, привет. Ты случайно не наткнулся на мою куртку? Так, не забудь о ней, ладно, хорошо. Так, не, это мясо. А где куртка? Куртка замшевая. Где куртка замшевая? А где? Я ж вроде забирал. Или не забрал, ребят? А ну. А, не, вот она, да? Отдать, все, хорошо. Ты нашел мою куртку? Супер, вот, блин, ее срочно нужно потерять. Где ты ее нашел? Опасное было местечко? Там действительно бродили какие организмы, если ты об этом... Понял. Ну, ты заслужил награду. Вот у меня в кармане револьвер заварился. Забирай, вдруг пригодится. Правда, он сломан, не знаю. Но знаю человека, который сможет его починить. Отправляйтесь ночью на свалку в пустыне. Ты там его и найдешь. Он тоже понимает, что к чему. Но, пожалуйста, имей в виду, что у него есть другие проблемы. Ага. Свалка ночью. Ребят, это шикарно. Спасибо за ствол и за совет. До встречи. Да, до встречи. Так, валяй, можно еще кое-что попросить. В последнее время с трудом передвигаюсь по шагу. Сначала думаю, что все было перед глазами. Проблема. Нет, похоже, у меня просто испортилось все зрение. В нашем городе осталось окулиста. Ты подыскать мне очки. Ладно, постараюсь. Хорошо. Очки, очко и тапочки, запомните. Три вещи в жизни, которые вам сюда пригодятся. Вот, телефон взять. Шикарно. Все, давай. Как только мы найдем что-то, сразу принесу. Ну, в принципе, я доволен. Можно отправляться и домой. В принципе, все у нас с вами хорошо и все есть. Так, давай бежим вот сюда. Давай домой. Сейчас, если получится подремать. Нет, не получится подремать. Блин, а на свалку? Угу. Ну, значит, в этой серии мы на свалку с вами не отправимся. Я либо без вас это сделаю, потому что там вроде ночью надо было прийти, если я не ошибаюсь. Ну, либо уже следующая серия.
В принципе, потихонечку у нас все движется, как вы видите. Я думаю, это неплохо. Так что все, я думаю, на этом мы серию сейчас будем заканчивать. Сейчас мы только понимаем. Прикрепим телефон. Я голоден, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, есть, есть. Это все мы потом продадим. Это есть. Молоко мы пока месяц оставим. Соль нам пока месяц не надо. Так, телефона. Где наш телефон? Вот наш телефон. Давай его. А, мы не можем его прикрепить? Понял. Тогда мы тебя разберем. Без телефона у нас получаются электронные компоненты. Хорошо. Это письмо, в принципе, мы читали, да? Нужно счетчик Гейгера найти. Окей, это можем удалить. Так, ну тогда давай все уложить. Все на место сюда. Так, эти кристаллы мы тоже потом продаем. Мне сейчас нужно будет нафармить тогда с вами, что мне надо будет, что-то нафармить надо будет, я не помню, что. Что-то типа электронных компонентов или такого плана. Так, вот сюда, хорошо. И камень тоже нужно будет потом рассортировать это все. Так, стричь. Стричь. Тихо, 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 тихо. О. Так, а можно мне пойди водичку? Давай полить. Полить. Блин, ну все-таки красиво. Реально красиво. И апельсин у нас растут и все. Главное не забыть потом это все собрать. И отнести ей. Нашей бабусе. Так, а давай посмотрим, сможем ли мы на свалку отправиться. Свалка. Давай посмотрим, что у нас тут на свалке есть. Что-то интересное есть. Угу, пустыня. Обыскать, обыскать. Так, давайте, наверное, я без вас обыскивать это все не буду. Что у нас тут по поводу? Так, найти недостаточный пропуск на минус 4 уровне. Серединка на половинку, да? Угу, здорово. Очень их тут сломано. Так. Давайте, наверное, мы вечером потом вместе с вами сюда вернемся. Я сюда без вас заходить не буду. Идем домой. А пока побегаю, пофармлю, поищу в шахтах. Нам нужно найти пропуск на минус 4. Я так и не нашел, только нужно будет сейчас вздревнуть, понямать и сбегать в шахту. Да, и не забудь сдать вот эти вот овощи. Либо фрукты, что это такое? Фрукты, наверное. Так, давай подуем. Хорошо, доить. Доить. Пошли понямаем. Что мы можем понямать с тобой? Есть. 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 Все, давай вздремнуть. Шикарно. Угу, накрыть. Мало ли вдруг проверяющий придет. А у нас тут с вами бардак. Ничего не могу продать. Нет, пока ничего не могу продать. Хорошо, мы побежали в шахту. Так что все, ребят, всем спасибо за просмотр. В следующей серии уже отправимся с вами на свалку и посмотрим, что у нас там происходит. А я сейчас на минус 4 и поищу пропуск. Так что все, всем спасибо за просмотр, всем мур-мур и до потом.